Массовую печать и рассылку налоговых уведомлений осуществляют не специалисты межрайонной налоговой инспекции в Котласе, а петербургская компания «Налог-сервис». Доставка платежных документов идет через Почту России и заказной корреспонденции. Для продвинутых пользователей, пользующихся интернет-услугами, другие правила. Пользователи личного кабинета налогоплательщика электронного сервиса получают налоговые уведомления только в электронном виде, потому что законодательством не предусмотрена отправка заказной корреспонденции на бумажном носителе. Сообщить об отсутствии уведомления об уплате транспортного, имущественного или земельного налогов можно также через личный кабинет. Желающим пройти регистрацию в электронном сервисе будет оказана помощь в рамках Дней открытых дверей. 10 и 11 ноября налогоплательщиков ждут в межрайонной налоговой инспекции в Котласе по адресу Карла Маркса, 14, в МФЦ на Орджоникидзе, 30 и в Коряжемском подразделении на Архангельской, 48. В рамках акции сотрудники ФНС подробно расскажут, кто должен уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на любые вопросы посетителей по теме налогообложения.